Бой под номером 9. В клетку приглашается представитель клуба «Пересвет» барыш Марув Ергашев. Клуба «Ахмат Ульянов», дамы и господа, добро пожаловать, Вадим Рашидов! Знакомлю вас с участниками 9-го боя. Боец слева от меня, 23 года, роста 73 сантиметра, вес 77 килограмм. Представитель клуба «Пересвет», город Барыш. Мастер спорта по вольной борьбе, двукратный чемпион Кубка Жадовского монастыря по ММА, чемпион Узбекистана по вольной борьбе Марув Ергашев! И его соперник, стоящий справа от меня, возраст 22 года, роста 75 сантиметров, вес 77 килограмм. Боец клуба «Ахмат Ульяновск», чемпион Республики Татарстан по грепплингу, чемпион Республики Татарстан по ММА, чемпион всероссийских и международных турниров по панкратиону, призер Приволжского федерального округа по ММА Вадим Рашидов! Бойцы на середину. Правила не нарушаем, внимательно слушаем мои команды. После команды «Стоп» прекращаем все технические действия. Пожали руки по углам. Давай! 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 Дав
Центр Ульяновск. Безупречные модели Toyota, победители на всех дорогах и в любых ситуациях. Второй раунд, дамы и господа. Выпустите человека со шваброй. Давай!
Ждем решения.
Громче, громче, пятое солнце! Спокойно, молись! Руки держи, Оля! Руки держи!
10 секунд. Какова же развязка этого напряженнейшего и зрелищнейшего боя? По итогам трех раундов, единогласным решением судей по очкам, победу одерживает Марув Ергешев! Офицеров резерва России Евгений Казаков. Дорогие друзья, очень приятно, что в этот день на этой сцене проходит драматическое событие. Весь зал переживает. 25 лет назад в Ульяновске проходили первые профессиональные турниры по кёкушинкай карате. Клетки не было, но это тогда было ново, это тогда было очень азартно. За 25 лет искусство боевое в Ульяновске, мастерство спортсменов выросло вот до сегодняшнего уровня. Вы сегодня видели великолепные схватки, окончившие замечательными болевыми. Выступали ударники, замечательные нокауты. Спасибо вам большое, организаторам спасибо. И Ахмаду спасибо, молодцы. Так держать.